Знаходимося ми на полонині Дрімеревий. Це частина полонини Старостая під горою Чевчин. До румунського кордону 300 метрів. Колись з хлопцями приїхали в полонину на полювання. Років 6 або 7 тому. Нас поселили в якусь таку, як вони називають, стая. Стая. Гуцули називають стая. І там все було таке грязне, засалене. Ми з друзями кажемо, давай, може, ми щось тут побудуємо, якусь колибу. Ну і так, знаєте, Бог дав, що маємо таку хату. От, ну що тут такого цікавого? По-перше, для мене це така унікальна можливість з своїми синами побути тиждень, інколи трошки більше, інколи трошки менше, наодинці. У тебе нема тих усіх зручностей, які у тебе є в Києві. І ти, відповідно, міняєшся. Людина стає такою, як вона є. Мусиш прибрати зі скла, ти мусиш прийти дров принести на у пічку запалити, щось мусиш робити сам, без нікого. Відійшов від хати метрів на 300, на 400, так що ти нікого не бачив. І у лісі сидиш. Хочется. Я хочу воды посидеть и поиграть. Сейчас остановимся, сделаем привал. Да. Сколько мы уже прошли? 25 Водичка, с год берет. Моменты есть, когда ты ценишь воду очень сильно. Да, Ванечка? Как тебе приключения? Годы. Good? Давай еще немножко и дома будем. Гуцульская культура.
от це майже єдина з української культури, яка ще якось збереглася. Люди пам'ятають традиції, а традиція – це те, що відрізняє один народ від другого. Люди пам'ятають традиції, люди збираються, люди спілкуються, люди мають якісь звичаї. І це все тут відбувається безпосередньо в цій хаті. Кладете, чтобы это сало капало на хлеб, пропитывало хлеб. Ну это в детстве есть. Пошел. Наверное, водичка так капает на огонь, и она так прикольно. Тепло, руки пробивает. Капает, капает, капает. Капает? Нет, вкусный черт. Пропитываем хлебушек. Да, давай. Да. Пахнет так хорошо. Первый раз, когда я ем сало, и мне понравилось. Обожаю. Представьте, если бы вы по горам шли часа три, ничего не ели, не пили с утра, а потом еще часов пять, а тебе пустой желудок, только сало и хлеб. Оно было бы вкуснее самой вкусной черной икры. Тебе бы, например, в горах дали, вот тебе килограмм черной икры, а вот тебе килограмм сала с хлебом. Ты думаешь, что бы ты выбрал? Обвесное сало, оно больше питательное. Конечно. И больше энергии. Конечно. Мне икра не так сильно нравится. Конечно. Все, засыпает город. Забейте все ножи, бейте все ножи. Все сами ножи в руку. Все Ярик, возьми нож в руку. Все посмотрели. И руки вот так вот перед собой. Все посмотрели на свою карту. Запомнили, кто поставили одну руку в центр стола. Одну руку в центр. Я с картой буду в руке. Одну руку в центр стола. Значит, просыпается врач и лечит одного человека в этом прекрасном городе Полонина. Просыпается мафия, жестокая злая мафия. И убивает мирного жителя. Просыпается город, кто был убит? 30 секунд. Кто мафия? Вот было шевеление между ними, то есть или Матвей, или Ярик. То есть вот там вот я слышал. И Ярик еще смеялся. Мне кажется, он мафия. Мы ездим на Полонину уже, получается, 5-й год по счету. Я помню, как первый раз мы сюда приехали на ГАЗе-66. Такая огромная машина, всей семьей сюда приехали, заселились в полностью пустой дом, как бы без окон, без ничего. То есть мы заселились, и окна были заклеены пенопластом. И такая очень была дикая, такая очень дикая обстановка, и это именно меня и привлекает. То есть я могу побыть наедине с собой, со своими мыслями. Здесь я первый раз взял пилку и топор в руки. То есть для меня Полонина — это не только расслабление, но еще и... Полное отсоединение от жизни, и тебе встает легче. От этого. Тоже из-за того, что тут нету связи, тут вообще почти нету смысла брать свои телефоны и гаджеты. Ты ходишь, гуляешь и наслаждаешься природой. Вот почему мне нравится Полонина. Первое – это козы, второе – это как мы ели афины, потому что тут очень много афин. Еще мне понравилось, как мы ходили в походы, это на много километров, а потом приходили назад. Еще мы стреляли из ружья, это вот оттуда мы стреляли вот туда. И еще мне понравилось, как мы сделали десерт с помощью афин. Це у нас що, розкажіть? Це у нас афина, тут черника. С медом и с сметаной карпатскую. Это все размешиваешь и кушаешь, это вкусно. Такие у нас в Карпатах удобства. Ух, ух,
горах в Карпатах такого більш нема. Це єдине місце в Карпатах на висоті 1650 метрів, де ти можеш прийти і отак от посидіти трошки більш-менш цивілізації. Така от історія. Карпатський чай дуже простий, але настільки простий, що він можливий тільки тут. Просто виходиш туди вгору, зриваєш отакий пучок свіжої афини зеленої і кидаєш його в воду. Все дуже просто. Повторіть у Києві.